Только что посмотрела третью часть трилогии, можно так сказать, группы Бином. Ребята сделали огромную работу, потому что я сама очень люблю снимать клипы в стиле кино. Я знаю, насколько это сложно и как можно буквально в 3-4 минуты уместить весь сюжет, который обычно закладывают в целый фильм на 1.5 часа. Там нужна обязательная завязка, какая-то кульминация, развязка. Это драматургия такая мини намного, оказывается, сложнее, чем сделать целый фильм. Я понимаю, насколько это было сложно, и сделать не просто фильм, а растянуть эту историю на 3 песни, и причем настолько заинтриговать, что я сама, посмотрев 2 части, с нетерпением ждала 3-ю часть. Наконец-то вот сегодня ребята мне показали этот клип. Я думаю, что он всех очень тронет до глубины души. Я очень надеюсь, что он всем понравится, потому что это действительно какая-то очень искренняя история любви. Приятного просмотра. А группе Бином огромная удача. 5 апреля в 21:00 в YouTube на канале Рязанова. Я вместе с вами еще раз посмотрю этот замечательный клип. С уважением, Рахова.